Весело и интересно проходят летние каникулы славянских ребят. Для них проводятся всевозможные творческие и спортивные мероприятия. Одно из таких мероприятий – Малые Олимпийские игры, за победу в которых соревнуются ребята, посещающие летние дворовые площадки. О юных олимпийцах, их победах и достижениях смотрите в следующем материале выпуска. Как называется наша спартакиада? За счет малых олимпийских игр в Северном парке для ребят были проведены соревнования по волейболу и пионерболу. Участников поприветствовала начальник отдела по работе с молодежью, культуре и спорту городской администрации Ирина Таран. Лето наше продолжается. Наша команда отдела по работе с молодежью, культуре и спорту готовит много сюрпризов и подарков. И сегодня в том числе победители ждут призы. И поэтому я вам всем желаю спортивного везения, успехов, удачи и пусть победит сильнейший. Малые Олимпийские игры среди дворовых команд стартовали в начале лета и завершатся с его окончанием. А пока у ребят еще целый месяц каникул для того, чтобы хорошо и интересно отдохнуть, что они с удовольствием и делают. Команде напротив физкульт, привет! В соревнованиях по волейболу и пионерболу приняло участие 13 команд, и каждая хотела победить. А потому на спортивных площадках в этот день завязалась нешуточная борьба. Набранные в этот день очки пойдут в общую копилку достижений команды и в итоге определят победителя малых олимпийских игр. Кроме спортивных состязаний, ребята могли поучаствовать и в интеллектуальных. Для них была проведена квест-игра «Место безопасности». Участникам предлагалось ответить на вопросы, касающиеся здорового образа жизни и безопасного поведения. Здоровый образ жизни – это занятия физической культурой, перечень мероприятий, направленных на укрепление и сохранение здоровья, лечебно-оздоровительный комплекс мероприятий или индивидуальная система поведения, направленная на сохранение и укрепление здоровья. Четвертое. Правильно. Ответ номер 4. По итогам всех игр в волейболе первое место у команды поколения «Дворовая площадка» Одельская 330. И по пионерболу лучшими стали ребята из команды «Смешарики» улица Юных Коммунаров 70. Анна Монастыренко, Игорь Ванчуков, программа «События».